Приветствую вас, уважаемые зрители канала «Голос Силиконовой долины». Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Светлана. Для тех, кто меня еще не видел, а я участвовал в предыдущем конкурсе у Михаила, зовут меня Дмитрий, и я из города Краснодара. Михаил, позвольте сразу вас поздравить с такой хорошей цифрой. 100 тысяч – это хороший уровень, это определенный успех. И я желаю этот успех вам развить и достигнуть тех высот и целей, которые вы перед собой, возможно, ставите. Ну что ж, тема конкурса – хорошо. И для каждого это что-то свое. Для меня это, пожалуй, тот опыт, который я прожил последние несколько месяцев. После моего предыдущего участия на канале Михаила, а меня увлек тот опыт, мне захотелось создать что-то свое, какой-то свой канал, на котором я буду давать миру то, что у меня получается хорошо, и то, что для меня представляет ценность и интерес. И я выбрал тему здорового образа жизни. Что для меня здоровый образ жизни? Это, конечно, и правильное питание, и систематические качественные тренировки. И это то, чем я делюсь со своими подписчиками. И на моем канале я веду влог о том, как я трансформирую мое тело. И вот за последние 1,5-2 месяца мне удалось убрать 8 килограмм. Для меня это хороший результат. И мне важно, чтобы люди, которым я это даю, я это показываю, заряжались от меня энергией движения, чтобы они ставили перед собой эти цели, чтобы они начинали что-то делать. И у меня появилось много людей, товарищей, друзей, которые запустили что-то свое в своей жизни, какие-то свои тренировки запустили. Мы зачастую что-то хотим сделать, но перекладываем это на какие-то иные дни. Может быть, для себя говорим, может быть, в следующем месяце, может быть, с понедельника, может быть, когда станет тепло. Я просто говорю вам, вы можете даже не досмотреть это видео, но если вы просто вот сейчас что-то начнете делать, что-то хорошее для вашего тела, может быть, это будет пробежка, может быть, это будет прогулка, может быть, вы все-таки по-настоящему сходите в тренажерный зал, да банально поджимаетесь от пола, что-то сделайте прямо сейчас. Для меня это будет означать, что я сделал что-то хорошее, дал что-то хорошее в мир. Начните, потому как мы все с вами не молодеем. Мы, может быть, наше тело еще более-менее молодеет до 20-25 лет, а дальше оно уже начинает, ну, стареть и изнашиваться. И чтобы этот процесс несколько, ну, приостановить или сделать его менее заметным, так важно все-таки уделять своему храму, а тело наш храм души, внимание, особое внимание. Никто, кроме нас, ему не даст этого внимания. А оно, в свою очередь, даст нам с вами хорошее состояние, хорошую энергию, хорошее настроение. И даже вот представьте, если вы начнете что-то делать даже сегодня, что будет с вами через год? Да даже не через год, через месяц, через два. Вы будете ощущать себя однозначно другим человеком. У вас совсем другой уровень энергетики будет. У вас будет хорошее настроение. Уверен, что вы уменьшитесь, если у вас такие ставятся задачи в объемах. И представьте, какие вы услышите, может быть, комплименты. Что вы сможете даже одеть новое. Как вы будете выглядеть, как вы будете себя чувствовать. Что вы себе сможете позволить более интересного. Какой более активный образ жизни вести. И это все части того, что вы получите обратно, просто начав прямо сейчас что-то делать. Еще один есть момент, и я хочу им с вами поделиться. У каждого бывают какие-то сложные периоды жизни. И у всех, и у меня, уверен, что у всех есть какие-то проблемы, но я предлагаю просто вот поставить точку или перевернуть страницу и начать прямо сейчас, прям с чистого листа, начать новую жизнь, улыбаясь, потому что улыбка дарит вам позитив, это вы прямо даете некую команду своему телу перестроить свое состояние на какое-то положительное, позитивное состояние. И просто начните думать позитивно. Это важно. И хорошие изменения в вашу жизнь придут однозначно. И у кого-то наверняка были планы вот-вот что-то начать делать. И неважно, сколько вам лет,
вам может быть 20, а может быть 50. История знает массу случаев, когда люди достигали невероятных целей в любом возрасте. Просто начните что-то делать, потому что время идет, оно неумолимо. И если вы хотите чего-то, то начинайте прямо сейчас. Прямо сейчас начинайте вести новый образ жизни. И помните, каждый из нас, каждый из вас особенный, по-особому интересен. И у нас у каждого есть что дать миру, поделиться с ним позитивом и хорошей энергетикой. И я желаю вам найти или поставить цель, каким вы хотите стать через там, месяц, потом через год, и начать прямо сейчас что-то делать. Спасибо, что были со мной это время. Я желаю вам счастья, успеха, здоровья. Михаил Станов, желаю вам счастья. И всем пока. Спасибо. Thank you.